Последний выпуск третьего сезона карьеры за ФК Тулуза. Всем привет! Сегодня, ребята, мы узнаем, на каком месте мы остаемся, но, скорее всего, в тройке мы будем. Это попадание в ЛЧ. Первое место, естественно, у Парижа. У нас второе — Сент-Этьен, Страсбург, Лион. Там решают свои задачи. В принципе, 5 очков отрыв неплохо. Напомним вам внизу: Лорьян, Труа и Клермон. По бомбардирам у нас Аминчик, Адли намного опережает Килиана, Месси и Ройса за компанию. Сегодня у нас 5 игр. Это Монпелье, Анже, Сент-Этьен, Труа и Лион. Вылетели мы из квалификации Лиги Европы, уже из группы прошли, а из квалификации от Тоттенхэма отлетели. И от Страсбура в Кубке Франции. Так обидно, блин. Надеюсь, в следующем сезоне какие-то дадутся нам победы. Так, Монпелье 14-й. Все, погнали. В следующем сезоне надо брать, надеюсь, Сен-Максимена или Мадуэки, кого-то из вот этих быстрых ребят. Надо брать, наверное, уже вратаря какого-то перспективного. Но, опять же, будут ли деньги? Если мы уже свою задачу решим, может быть, даже какие-то игры просимулируем, я не вижу смысла. Но если у нас будет прям борьба за вторую строку, естественно, я все матчи сыграю. Ай-яй-яй-яй-яй! Как же так, Асенхо? Саванье какой-то сумасшедший игрок. Как же так, Серхио? Вместе с мячом в ворота улетел. Смотри, вот здесь, конечно, Бейер не справился, и Асенхо, к сожалению, вместе с мячом. У-у-у, перекладина, давай еще раз. Блин! Диало! Блин, вот он... От него мяч не отлетает в ворота. Вот вратарь у них справился. Диало, как ты так плохо пробил? Что это? Отавио, давай. Беги. Нам бы на цопника тоже какого-нибудь высокого паренька. Вообще много кого надо. Ух ты, Асенхо, браво. На месте, Сережа. Неожиданный удар, я даже не ожидала. У меня вообще ничего не получается. Давай, Мбуку вместо Эланги, что ли. Ой-ой-ой. Спасибо, Асенхо, вытащил. Давай я сделаю атакующий стилек. И у нас Дежагер уйдет. Гелхард выйдет, и он пойдет вот сюда. Вот. И вместо Диало Лане, может быть, скорость зарешает. У них, по сути, ну не, у них были моменты. Но там такой обидный гол мы пропустили. Спасибо, конечно, Серхио, но почему мои защитники по дефолту отбежали? Миттельштадт бил. Смотри, какой удар потащил. Я не понимаю, почему защитники оставили коридор. Как специально. Какой пас! Да блин, ну защитник! Ну как увидел Блёндель? Какой пас вырезал? Ну тут, конечно, это Саванье, этот читерный игрок. Ну, ребят, я ничего не могу сделать. 2-0 проигрываем Монпелье. Тижи Саванье очень хорош, невероятно. Во-первых, вот здесь мы его не держим, а те, кто держит, не успевают. И тут с левой с места колотят. Просто... Ужасный матч. Ужасный. Каким-то образом надо на втором месте закрепляться. Сейчас там еще Лион этот читерный. Но удары были, но Лион проиграл. Там Сент-Этьен, Страсбург выиграл. Ай-яй-яй. Большой, я тебя вообще продаю в следующем сезоне. И Сент-Этьен на третьей строчке. Ай-яй-яй. Вот это будет борьба. Сент-Этьен, Страсбург. Ой, собрались, ребята. У Анже опять очень интересная линия обороны. 3 в центре и по краям 2. Считай 5, но в то же время они будут убегать вперед. Пожалуйста. Опять эта перекладина. Ну сколько можно? Спокойно, 1-0. Амин Адли. Я уже думала пас отдать на дальний, но все было ровненько. Он справился с задачей. Еще неизвестно, там Диало как подключился. Связочка наша, Блёндель, Адли сыграла. Так, я не поняла вот этот прикол, как моя оборона сыграла и как такой вообще пропустил вратарь.
парашютиком какой-то удар. Ну вот тут оборона, ну... Да не, ну это надо было брать, ну а Серхио? Пожалуйста. Да, Рафинья, да! Вот казалось бы, да, Анже на 6-м месте. А Монпелье был на 14-м. А погоди, он как-то подкинул себе мяч, прежде чем ударить? Да, от газона. Красота. Да ну что ты будешь делать? Сколько можно эти перекладины уже ловить? Ну сколько? Кому мне отдать? Давай, беги, Диало. И ты давай. И бей оттуда. Nope. Все было так красиво. У него нет геймфейса. Все было так красиво, но вратарь тоже сыграл великолепно. С места. Ай-яй-яй, какая бы была красота, если бы в девятку полетел мяч. Ух, ну... Асенха играет не менее красиво, чем Бернардони. Фульджини. Нет, Фульджини не защитник. Он какой-то атакующий или даже нап. Как вытянулся. Ну, провал. И снова он тащит. Так, ладно. Давай, Адли заменим. Он уже устал. Гелхард. О, Рафинья не бежит. И давай Мбуку вместо Диало. Диало, что у тебя с выносливостью? Давай, давай, Тулузочка, давайте. Нет, ну тут, конечно, Асенхо Браво. Блин, ты серьезно? Я думала, мяч в воротах. О, Диаките, брависсимо. Пожалуйста. Да ну ж... Ну сколько можно тащить? Скажи мне, пожалуйста, сколько можно тащить? Да, да, не стала я тянуть время. Не стала удерживать мяч, там, в оборону отходить. Забили. Эланга пустые. Занес этот мяч. Мбуку сначала, снова Бернардони, и тут Эланга первый на мяче. Все, надеюсь, это победа. Понятно, 3-2. Я говорю, спасибо, что мы забили. Прям вот на последних секундах нам забивают, а? Раскатали оборону, конечно же. Спасибо, Эланга, тебе большое, что ты забил. 3-2. 3 очка в копилке. Есть. Так, полное выздоровление. Это Дебо, но я не думаю, что он прямо сейчас готов. У нас Сент-Этьен, который на 4-м. Нам необходимо здесь выиграть. Сент-Этьен я вообще не боюсь. Почему они на 4-м? Всегда на дне были. Сент-Этьен нас тогда 4-3 обыграл. У нас дома, да? Если журналисты верно сказали. Ух, чистейший подкат от Отавио. Давай, давай. Да, да, 0-1. Плюндель с Адли в стеночку спартаковскую сыграл. А может, в стеночку тулузовскую. Посмотри, как здесь. И как прошил. Бу-бух. Нет, такое не вытащишь. Можешь даже не мечтать об этом. Давай, погнал. Ой-ой-ой, это гол. Нет, я не знаю. Ну что с тобой? Ну кто так бьет? Ну что это? Ну куда ты бьешь? Ну ты что, не можешь просто... Ну с 7 метров пустые практически, а вратарь отыгран. Да что ж такое, иногда Эланга меня просто удивляет. Сядешь у меня на лавку с такой игрой отвратительной. Конечно, не на топ уровне. Фух. Вратарь, браво. Опять вратарь. Снова, что ли, угловой? Да задолбали. Третий сейв подряд у Асенха. Уже переиграли, судья. Свисти. Лужи там какие-то, смотри. Все. Так, перерыв 1-0. Так, Рафинья на карточке. Дежагер выходит. И давай Диало вместо Мбуку. Блин, а все перекрыто. Ну-ка давай. Какой удар, ребята! Просто на шару, Отавио. Второй. У него очень редко голы.
Идут. Но если идут, то это какие-то важные и красивые. Посмотри. Диало не знал, кого найти. В итоге Блюандели нашел. И Блюандели. И тут, мне кажется, вратарь мог потащить. Не, ну здесь... Не, я сейчас Элангу этого заменю. Он сегодня не вошел. Ай-яй-яй-яй-яй, ну да. Это Эланга потерял там мяч на ровном месте. Давай, Антони, Эланга, уходи. Брав пойдет сюда. А Диало сюда. Густиль радуется. Ну, там, конечно, и оборона моя прозевала. Вот здесь один совершенно оказался, и вратарь не потащил. Да уж, должны. 2-2. Моментально вернулись они. Я не знаю. Моя оборона просто... Просто моя оборона не хочет играть в футбол. Ну, естественно, вратарь. Естественно. Он со своей левой родной не смог. Да! В защитную тактику уйду. Блюандель. Ну, хотя бы, надеюсь, уже не проиграем. А Джейден, по-моему, как его? Брав, короче, Джейден. Отдал голевую, ребят. Между прочим. И там так здорово Блюандель распорядился. Так, в защитную тактику. Вот главный мяч сейчас перехватить и катать его. Все, додержали там прям пару минут. Победа! Победа, да! А радовались-то как они, а? Конечно. Но у нас вышел свежий Брав и отдал голевушку на Блюандельчика. Ристич к нам бесплатно пришел. Может уйти в Вильяреал за 9600. Его трансферная стоимость 7300, 9800. Ну, они уже больше предлагают. Давай, 10700. Согласишься? Эмери хочет 9900. А если 10200? Не так и много. Все, договорились. Волю в кулак, все. Надо обыграть Троа. Надо. Да и вообще это праздник для Тулузы. В принципе, что мы попадаем в ЛЧ. Ух, какой сейвище. Смотрим повтор. Обязательно. Не, ну я, наверное, пока что... Не буду убирать Асенхо. Все-таки человек старается. И несмотря на свой возраст, играет достойно. Тут даже не в этом дело, а в том, что нам некем его заменить. Будут деньги, будем думать. Эй, это красная! Блин, ну почему? Это же красная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, фух, на месте. Ну тут ближко. Тут должен был контролить. Так, это фол. Это желтая тоже. Ну они грубо играют, да, эти товарищи. Было шикарно, но вратарь отыграл достойно. А может получится? А получилось! А получилось! Нормально! 1-0. Эланга, по-моему, голевую отдал. А Минадли получает 100% в этом сезоне золотую бутсу. В том я не помню. Ну, лучший бомбардир Лиги 1 просто, прикинь. По-моему, я не помню насчет того года. Ну, посмотри на его показатели. 37-й гол в 36 матчах. Есть вопросы? Мне кажется, нет. Блин, я не могу переключить игрока. Вот говорю всегда, надо выносить. Нет! Пока ты я не могу так быстро соображать. Вот здесь я забрала мяч. Отдаю! И вот тут же блокируют. Ну, надо вынос нажимать. 1-1. Ошибка Чамберса. Так, второй просто забивать и все. 2-1. 1-2, точнее. Отли, дубль! Ну, с Блюанделем они там разобрались. Так, ребят, это просто ошибка была в обороне. Надеюсь, она не будет больше повторяться. Но Труа, браво, они борются. Не то слово. Очень красивый гол, кстати, от Амина.
Ух, спасибо, Серхио. Я уже испугалась на секунду. Адли очень устал. Ладно, давай заменим. Гелхард выйдет. Мбуку сюда и сюда пойдет. Прочитано. На изи просто. Не было? Denied. Не было офсайда, как и не было гола. Энтони Ланга снова в своем репертуаре. Одну минуту добавил товарищ судья. Спасибо ему большое, месье рефери. Все, это победа. 2-1. Я думаю, что, скорее всего, процентов 100, что мы закрепляемся на второй строчке. Серебряные призеры Лиги 1. Это вообще чудеса. Вот Шуаи, его требования. Так я его продаю на трансфер. Он попросил о трансфере. Я его с удовольствием. Ристич продан, ребят. 8500 нам Вильяреал прибавит. А, Вильяреал он уходит. Мбуку. И еще уходит Вильяреал Ристич. Да, двоих они у нас заранее подписали. Да, это, конечно, интересная развязка. Если мы обыграем Лион, там, а Сент-Этьен выигрывает, может быть, они даже будут на четвертом. Но это Лион и Сент-Этьен в любом случае уже в Лиге Европы. Ладно, давай тем про составы все. Ну это, слушай, это очень жестко. Не хочешь удалить? Удаление. Иногда, Тиаго Мендеш, иногда не дают красные за такое. Процентов 50 красное, процентов 50 желтое. Но когда в ноги без мяча, а здесь даже, я бы сказала, что на желтую можно было бы. А может быть забьешь? А он забивает. 1-0. Блюндель. Конечно, здорово, что центрального у них нет. И никого не заменял тренер. Вот здесь дырень образовалась. Но это опять же был не защитник Мендеш, он, по-моему, полузащитник, но все же. Опорная зона провалилась. Так. Это пенальти. Ребята, я так хотела пенку, и она пришла. Ну там реально была пенка. Я хочу, чтобы бил Адли. В Блюндере, на удивление, нет пенок в плюсе. Развел по углам. Обманул. Оп, посмотрел и ударил. Пенок у Блюнделя нет. Я имею в виду показателей крутых. Некоторые говорят, что видят, как куда смотрит игрок. Но я на самом деле этого не вижу. Надо с какой-то долю секунды смотреть. Но комп мы обманули, слава богу. Я вот не всегда вижу. Я так вижу, ему голова повернута. На самом деле, может, он так смотрит вот прямо. Пас шел вообще на Пембеле, но там ворвался в эту вечеринку Отавио и забивает, чтобы Отавио забил 2 за выпуск. Я такого не припомню, честно говоря. Он чувствует, что мы ищем опорника. Посмотри, я туда отдавала. Ну ладно. Если бы пас не прошел, я бы, конечно, психанула не то слово. Так, ну что, Амин? Отдыхай, Гелхард. Брав. И давай, наверное, Рафинья. Отлично. И давай сюда. И давай так. Ой-ой-ой, блин, не получилось. Ну там этот португалец хорош был, вратарь. Ну-ка, Гелхард. Ну-ка, давай, ты еще не забивал. Хорош! 4-0! Леон, ау, что с тобой? Где ты? Леон, ты ли это? По-моему, это первая победа над ними. Над качами. Рафинья голевой пас отдает. Ух, Гелхард, конечно, пушка. Но посмотрим, в следующем сезоне еще будет зависеть от того, кого мы приобретем. Да, здесь, конечно, разыграно здорово было у них. Ажорк. Пас. Ни одного моего игрока не было, чтобы они отобрали этот мяч. И вы видели, какая анимация была у вратаря? 4-1, ребята. 4-1. Все, мы на второй строчке закрепились, и серебряные медали наши. Страсбург выиграл. Это вообще какая-то сумасшедшая команда.
У нас тут 21 миллион. Во-первых, смотрим задачи. Развитие молодежи. Все завершили. Здесь завершили. Здесь завершили. Ну, вообще. А, мы не освоили трансферный бюджет. Хочет МИЕ завершить контракт. МИЕ. Давайте посмотрим на него. 16 лет. Нет, но он хорош. Мы его в основной состав возьмем. Этот кто? Марк Байли. Марк Байли. Тоже давай в основной состав. Сейчас всех по арендам раскидаем. Зобо. Даллас хочет Зобо. Я даже торговаться не буду. По нему, по-моему, никогда не было предложений. Байли. Перспективный игрок. На 2 года у него контракт. 5000. Давай в аренду сразу. Американец. А вот МИЕ... Посмотри, 2700 стоит. Перспективный. Ну, тоже в аренду. Чамберса, Калума, Лейпциг хочет. Мы сейчас заранее договоримся. 20... Блин, отвергли мы Эвертон. Ну, 20, я не знаю, будут ли деньги у Лейпцига. Ну, давай... 19. Без понятия. Договорились. Ладно. Окей. Так, у нас есть француз. Давай во Франции. Я хочу защитника. Можно нам защитника какого-нибудь топового? Этого француза мы отправим в Нидерланды искать защитников. Надеюсь, найдет. А этого бельгийца в Африке. У нас тут кто в Африке есть? Давай в Нигерию любого. Мало ли. Без права выкупа на год. Это кто вообще? Это какие-то бразильцы. Зоба продан. Ребят, на 4-й сезон он продался практически. Бедолага сидел, страдал, и мы его продали. Чамберс продан. МИЕ. А все хотят с правом выкупа. Не, ну Шеффилд. Аренда на год. И все, без права выкупа. Париж на первом месте. Тулуза второе. Страсбур и Лион. А, Сент-Этьен ничейку, походу, откатал. Или проиграл даже. Сент-Этьен ничью скатал, да. Мы... Забили 97, пропустили 67. Мы забили больше всех. А вот по пропущенным... Больше нас только у Клермона. Мец, Труа и Клермон на выход. Марк Байли на сезон. Все, на год. Давайте. Кто к нам из Лиги 2 придет? Реймс, Осер. А вот Ним, Дижон и Амьен между собой будут решать. Окей, Кубок национальный. Страсбур. Мы проиграли победителю, ребята. По-моему, мы же от Страсбура там отлетели. Он обыграл Ниццу 2-1. Это что такое? А, это там между собой. Мец. А, Ним проходит. Все, поняла. Тут Суперкубок УЕФА. Интер тогда обыграл Лион. Лига чемпионов. Пам-пам-пам. ПСЖ выиграл у Ювентуса. Ну, у ПСЖ нормальные были, ребята. Юнайтед. Ну, правда, Вольсбург. Лига Европы. Лестер. Ребята, Лестер. А мы с ними в группе играли. Мы отлетели в предварительном раунде от Тоттенхэма. Кому Тоттенхэм проиграл? А, Ниццу они прошли. А вот Монако не смогли. Посмотри, у Тоттенхэма все команды, считай, французские были. Ну и вот Лига конференций. Победа Фиорентины. Здесь у нас Адли, безоговорочный лидер. 39 голов, 21 Мбаппе, ближайшего преследователя. Асенха, ребят, игрок турнира Лиги Европы. Ничего себе. А Лига 1, Адли. Конечно, конечно. А кандидаты были? Понятно. Там еще был и Блёндель. МИЕ, аренда на сезон, пожалуйста, в Шеффилд. Бейера хотят. Но Бейер молодой, Фейенорд его хочет. Я пока не готова с ним расставаться. Еще какого-то опорника нам предлагают. Нет. Кто что апнул? Я так не буду смотреть статистику. Я вот посмотрю. Вот Асенху апнул один рейтинг. 34 ему года и 83 рейтинг. Ристич переходит в Вильярреал. Кох. Мурайс неплох. Ну, вы все на ваших экранах. Это 30 лет, надо что-то думать будет. Но это уже на следующий сезон, ребята. Дежагер тоже хорош. 33 года, а такой футбол показывает замечательный. 20 лет, 94 рейтинг. Да. Надо еще контракт, если будет с ним перезаключить. Они все начали плакать, но это на следующий сезон уже.
Эланге, кстати, рейтинг 80. Батшуаи попросил о трансфере. Его никто не берет. А кто у нас бомбардир в Кубке национальном Брюндель? Дида Жагер. В Лиге чемпионов. Янг Бой Сибетчу какой-то. Боже мой. А в Лиге Европы Домингес. Наш Домингес. Наш Лестер, кстати. Поняли, да? Вот так вот, ребята. Наш Домингес из Лестера. Хорош. Адли признан игроком месяца, ребята. Какая красотень. Он еще и игрок турнира. Как я вам показывала. Я думаю, он очень счастлив. Адли и Блюндель сборной Франции. Мие сдан в аренду в Шеффилд на год. И Баи сдан в аренду Фомаличао на год. Так, вот эти парни вернулись. Завершаем сезон. Конечно, они будут счастливы нас видеть. Естественно. Готовы ли мы блистать? Не то слово. У нас четвертый сезон, дамы и господа, где мы намерены брать все вообще. Готовы быть блистать? Мы только этим и занимаемся. Ну, 10-10, 8-500. Интер, Барса, Ювентус, 8-500? Так, а Бока Хуниорс, Аякс. Да, давай вот здесь на 10. В Южную Америку поедем. Те 20 миллионов и 88. Ну, мало денег. Очень мало денег. Подпишите не менее 3 игроков моложе 20 лет. Ну, это можно, наверное, в молодежку иметь в виду. И 4 из Академии. Ладно, разберемся. Северная Америка. Ой, вот это вот я не люблю такие задачи. Дойти до полуфинала. Прикинь, в Лиге чемпионов до полуфинала дойти. Нам бы из группы выйти. Выиграть чемпионат. Видите, какие задачи теперь стали? Выиграть кубок. Ай-яй-яй. Какие задачи? Вы чё вообще? О чем вы говорите? Какая Лига чемпионов? Ну, вы видите у нас какие дела? У нас здесь еще продано 3 игроков. Денег будет за сотку, я думаю. 143 миллиона. Мбуку ушел. Чамберс. Зобо. Но это не самое главное. Ристич. Диоп. Бекер у него сколько еще? Когда он вернется-то к нам? Он не собирается к нам возвращаться, да? Кох уже стал перспективным. Оливье, 17 лет. Ну, это я буду все изучать на следующий, ребят. Это все потом будем делать. Витя Линделев к нам пришел. Увидимся в следующем выпуске. Обязательно! Обязательно! Напишите мне, кого купить и что делать. Пока!